Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 10 лучших фенов для волос на 2022 год. В мой топ попали только лучшие бытовые и профессиональные фены из разных сегментов цен. От 2 и до 50 тысяч рублей. При отборе моделей я обращал внимание на следующие характеристики. Мощность, количество режимов, удобство управления, наличие ионизации и опции, обеспечивающих защиту волос. А чтобы максимально объективно оценить эргономику, качество высушивания волос и выявить плюсы и минусы каждой модели, я изучил отзывы покупателей и обзоры экспертов. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. А теперь поехали! И начну я с рейтинга бытовых фенов, в который вошло 8 моделей. Восьмое место занимает Polaris PHD2099ACI. Модель с эргономичной по форме ручкой. За счет мягкого, не скользящего покрытия корпуса Soft Touch фен удобен для удержания в руке. Эта модель оснащена профессиональным AC-мотором, что обеспечивает длительность эксплуатации, и встроенным генератором ионов, за счет него волосы после высушивания и укладки приобретают гладкость и дольше держат форму. Сбоку на ручке расположены кнопки управления. Одна предусмотрена для выбора одного из трех температурных режимов, вторая – из двух положений скорости. На внутренней поверхности ручки есть кнопка включения подачи холодного воздуха. Этот режим оптимален для укладки. Модель достаточно мощная, 2000 Вт. Этим обеспечено быстрое высушивание волос. Комплектуется фен двумя концентраторами, стандартным с отверстием 9 мм и ультраузким с отверстием 6 мм. Последний позволяет создавать более направленный и концентрированный поток воздуха. Для повышения удобства эксплуатации модель оснащена длинным 3-метровым проводом и петлей для подвешивания. Задняя решетка у нее съемная для удобства очистки. Для хранения и перевозки фена в комплекте идет мягкий чехол. Цена. От 4500 рублей. Это хорошая модель с мощным профессиональным мотором, длинным проводом, обладающая хорошей комплектацией. За счет ионизации волосы не электризуются и остаются гладкими после укладки, что подтверждается отзывами владельцев. Седьмую ступеньку занимает Philips PHD36020. Фен не такой изящной формы, как предыдущий, и с более крупной моторной частью. Модель оснащена усовершенствованной системой ионизации, которая генерирует до 20 миллионов ионов за одну сушку. Это делает волосы гладкими и блестящими, препятствует электризации. Модель мощностью 2100 Вт формирует мощный направленный поток воздуха. Для удобства высушивания предусмотрено 6 режимов температуры и скорости. Это позволяет выбрать оптимальный. Рычажковый переключатель позволяет выбрать температуру из трех положений, а нажатием на кнопку регулируется мощность подачи воздуха. Еще есть режим холодного воздуха для бережной укладки. Эта модель комплектуется тремя насадками, концентратором с окошком 14 мм для создания направленного потока воздуха, диффузором для создания объемных причесок и уникальной насадкой ThermoProtect. Она обладает оригинальной конструкцией, которая помогает смешивать теплый и холодный воздух. При использовании насадки ThermoProtect можно сушить волосы так же быстро, как и горячим воздухом, но при температуре на 15 градусов ниже. А это обеспечивает бережную сушку и минимизирует повреждения волос. У фена есть петелька для подвешивания и удобного хранения в ванной комнате. Цена – от 2000 рублей. Если сравнить с предыдущей моделью, фен обладает большим числом насадок, учитывая уникальную ThermoProtect для бережной сушки, большей мощностью и большим числом режимов. И это самый бюджетный фен в моем рейтинге. Уступает он лишь меньшей длиной провода 1,8 метра. Шестое место занимает Remington AC9300. Это стильный фен с утонченным дизайном, выполнен в оригинальном цвете. Он оснащен тремя технологиями, которые позволяют улучшать качество сушки и заботиться о здоровье волос. Технология ионизации обеспечивает генерацию в два раза большего числа ионов, чем стандартные фены производителя, поэтому волосы после сушки приобретают гладкость. Технология повышения цвета разглаживает волосы, устраняет спутанность и не вредит здоровью волос. Модель оснащена микрокондиционерами с марокканским органовым маслом. Они выпускаются в воздушный поток и попадают на волосы, обеспечивая их блеск. Сушка волос не занимает много времени за счет высокой мощности – 2200 Вт. На внутренней стороне ручки расположены два переключателя для выбора одного из двух скоростных режимов и одного из трех положений температуры. Еще есть кнопка для включения обдува холодным воздухом. В комплект входит диффузор и концентратор. Последний обладает уникальным по форме выходным отверстием для более равномерного распределения тепла. Цена – 3000 рублей. Если сравнить с предыдущей моделью, обладает большей мощностью, более привычным переключением режимов и, главное, технологиями для улучшения гладкости и здоровья волос. Хотя, учитывая цену, ожидать от них чуда не стоит. А в целом, это хорошая, недорогая модель.
Пятую ступень занимает Brown HD585. Это компактная модель привлекательной формы с привычными кнопками регулировки. Они позволяют выбрать температуру нагрева из трех положений и скорость из двух. Выше расположена кнопка, предназначенная для включения режима холодного обдува, который используется для бережной укладки. Модель выделяется системой инфракрасного нагрева и равномерным распределением тепла. Скорость сушки обеспечивает высокая мощность – 2500 Вт. Это лучший показатель в моем рейтинге. Фен оснащен системой ионизации. Миллионы активных ионов препятствуют электризации волос и обеспечивают их гладкость и блеск после высушивания. Как и предыдущие модели, фен оборудован петелькой для подвешивания, но провод у нее не самый длинный – 1,8 метра. Цена – 3800 рублей. В сравнении с предыдущей моделью, это более мощный фен с хорошей системой нагрева, равномерного распределения тепла и ионизации. Это прибор с отличными рабочими характеристиками, легким весом и минимально необходимым комплектом насадок. Четвертое место занимает Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer. Как и вся продукция этого производителя, фен обладает весьма простым, лаконичным дизайном. Рабочая часть у него короткая, но, как заявляют разработчики, все это сконструировано с учетом эргономики. Функция ионизации реализовано с помощью специального конденсатора. Он накапливает из воздуха влагу, капельки которой дробятся на крошечные отрицательно заряженные молекулы, и вместе с потоком горячего воздуха попадают на волосы. Молекулы воды увлажняют волосы и кожу головы, минимизируя их повреждения и передавая волосам блеск. Функция ионизации включается отдельной кнопкой, расположенной над переключателями режимов. Их у него три. Горячий поток плюс холодная циркуляция и обдув холодным воздухом. Скоростей у фена две. Мягкий и сильный поток. Модель оснащена мотором Japan Marlboro мощностью 1800 Вт, но за счет высокого крутящего момента в сочетании с шестью лопастями обеспечена высокая мощность потока – 1,6 кубических метра в минуту. Лопасти динамически уравновешены и отлажены, что в сочетании с дизайном конструкции уменьшает уровень шума. Фен оснащен интеллектуальным контролем температурного режима NTC. Он обеспечивает точность поддержания уровня нагрева и отвечает за автоматическое отключение при вероятности перегрева. Выделяется модель способом крепления насадок посредством магнитной фиксации. Это позволяет вращать концентратор вокруг своей оси во время сушки. Длина провода у модели небольшая – 1,7 метра. Цена – 3000 рублей. Если сравнивать с прошлой моделью, обладает меньшей мощностью. Но это практически не влияет на скорость потока благодаря высокому крутящему моменту и особой конструкции фена. А судя по отзывам, нужно обратить внимание на модификацию, чтобы не получить фен с китайской вилкой или вовсе подделку, которая изготовлена из дешевого пластика и имеет соответствующий запах. Тройку лидеров открывает Babyliss 6709DE. Фен привлекательного вида с ручкой эргономичной формы, оснащен керамическим нагревательным элементом и профессиональным AC-мотором мощностью 2100 Вт, который обеспечивает воздушный поток скоростью 106 км в час. У модели всего два температурных и два скоростных режима. Управление ими производится двумя независимыми кнопками, расположенными на внутренней стороне ручки. Важным преимуществом фена выступает то, что режим обдува холодным воздухом производится без необходимости постоянно удерживать кнопку, как у большинства моделей. Фен с функцией ионизации, поэтому волосы после высушивания или укладки не электризуются, приобретают гладкость и блеск. Модель комплектуется ультратонкой насадкой с отверстием всего 6 мм, которая обеспечивает целенаправленный мощный поток воздуха, а также насадкой-диффузором для создания объемных причесок. Причем ее конструкция отличается от привычного вида. По отзывам, она очень удобна. А чтобы сделать эксплуатацию еще комфортнее, в том числе в профессиональных условиях, производитель предусмотрел длинный провод 2,8 метра. Цена – 4500 рублей. Это полупрофессиональная модель, которая в сравнении с прошлым феном обладает меньшим количеством температурных режимов, но большей мощностью и длинным проводом. Пользователи в отзывах отмечают удобную конструкцию насадок, которые позволяют быстро высушивать волосы и делать укладки. На втором месте стоит Муза 4350-2050. Это стильный фен утонченной формы, оснащен профессиональным мотором с производительностью 98,2 кубических метров в час и мощностью 2200 Вт. Нагревательные элементы решетки имеют турмалиновое покрытие. Это способствует пассивной ионизации. Ионы генерируются при нагреве элементов, покрытых турмалином. Это способствует защите волос и поддержанию их здоровья. На внутренней стороне ручки расположены кнопки управления для выбора скорости из двух положений, температуры из трех режимов и для включения холодного обдува. Последний включается отдельной кнопкой, которую нужно удерживать при работе. В комплект входят две насадки концентратора разного размера, что позволяет подобрать желаемый вариант. Для удобства очистки крыльчатки
площадке мотора заднюю решетку можно снимать. Фен оснащен петелькой для подвешивания и имеет длинный провод 2,8 метра. Цена – 3600 рублей. Это тоже полупрофессиональный фен, который выделяется турмалиновым покрытием нагревательного элемента, пассивной ионизацией, большей мощностью и двумя разными по размеру концентраторами. Модель уже много лет на рынке и всегда попадает в топы за счет заслуженного доверия пользователей. И лидером моего топа стал Socas H5. Модель лаконичного строгого дизайна, который с точки зрения производителя сконструирован с учетом эргономики. Такая конструкция и оснащение крупными лопастями позволяют создавать более мощный воздушный поток при моторе не самой высокой мощности – 1800 Вт. Особенностью его работы выступает генерация воздушного потока попеременно из 5 горячих и 3 холодных струй воздуха. Это оберегает от повреждений как волосы, так и кожу головы. Всего у модели 3 режима работы. Фен оснащен ионизатором, который генерирует поток отрицательных ионов плотностью 30 миллионов на кубический сантиметр. Такой объемный поток снимает статическое электричество, придает волосам мягкость, гладкость и способствует удержанию в них естественной влаги. В комплект входит концентратор с достаточно широким выходным отверстием и диффузор. Задняя решетка у фена представлена двухслойной сеткой. Это минимизирует вероятность попадания внутрь волос или пыли. Провод у модели стандартный 1,7 метра. Комплектуется удобным чехлом для хранения и переноски. Цена – 4000 рублей. В сравнении с предыдущей моделью обладает менее мощным двигателем, меньшим числом регулировок и коротким проводом, но выделяется созданием мощного потока, особым смешиванием горячего и холодного воздуха для обеспечения здоровья волос и удобным размещением кнопки управления, которая не цепляется во время эксплуатации. А теперь я расскажу о двух лучших профессиональных моделях. Начну с Babyliss Pro Bub 7000 IE. Это компактная и хорошо сбалансированная модель с мотором на 2200 Вт и с электронным управлением EDM Technology 5.0, разработанным в Ferrari. Благодаря электронному управлению мотор плавно стартует и плавно останавливается. Мотор очень надежный, а за счет специальной конструкции с применением новейших технологий он имеет гарантийный срок службы в 5000 часов. Фен обеспечивает производительность 91 кубический метр в час и скорость потока воздуха в 194 км в час. Благодаря высокой мощности сушка и укладка выполняются очень быстро. Горячий поток равномерно перемешивается с холодным, поэтому волосы не пересушиваются. Благодаря технологии ионизации волосы остаются мягкими, гладкими, блестящими. Кнопки управления расположены сбоку на ручке, но утоплены в специальных выемках, поэтому случайное переключение во время работы исключено. Кнопка включения холодного обдува расположена на внутренней стороне ручки. У фена есть насадка-диффузор и три вида концентраторов. Два с отверстием 6 мм, длиной 60 и 75 мм, а также ультраузкий на 4 мм, длиной 70 мм. Отдельно стоит отметить легкий вес фена, всего 399 грамм. Поэтому модель подойдет для профессионалов, поскольку рука совершенно не устает при длительном использовании. А также у нее длинный провод 2,8 метра для удобства эксплуатации в салоне. Задняя сеточка у фена снимается для возможности очистки. Модель представлена в нескольких цветах – черном, красном, бронзовом и в оттенке розового золота. Цена – 12,5 тысяч рублей. Это модель с мощным мотором, технологией смешивания потоков воздуха для защиты здоровья волос, большим числом насадок, легким весом и хорошими рабочими характеристиками, поэтому отлично подходит для профессионального использования. Хотя, конечно, покупают модель и для бытового применения. А первое место среди профессиональных моделей занимает Dyson Supersonic HD03. Это модель оригинальной конструкции с мощным двигателем и цифровым управлением, расположенным в рукоятке. Такое нестандартное размещение двигателя позволило производителю максимально точно сбалансировать вес для удобства удержания в руке длительное время. Мощность фена невысокая, всего 1600 Вт, но за счет правильного соотношения давления и турбулентности, создания равномерного и управляемого потока воздуха, обеспечивается быстрое высушивание волос. 13 лопастей импеллера двигателя обеспечивают давление в 3,5 килопаскалей и перегоняют 13 литров воздуха в усилитель в секунду. Встроенный усилитель делает поток воздуха в 3 раза мощнее за счет технологии Air Multiply. Бусинковый терморезистор со стеклянным покрытием измеряет температуру 20 раз в секунду, передавая сведения на микропроцессор. Тот, в свою очередь, регулирует температуру двухрядного нагревательного элемента. Чтобы обеспечить здоровье и блеск волос, предусмотрена технология Intelligent Heat Control, которая отвечает за поддержание оптимальной для них температуры, а технология Heat Shield защищает поверхность насадок от нагрева, поэтому их можно вплотную подносить к волосам.
У фена три насадки с надежной магнитной фиксацией. Насадка уникальной формы для бережной сушки обеспечивает равномерный объемный поток воздуха. Насадка-концентратор служит для создания направленного воздушного потока и укладки каждой пряди в отдельности. И есть у модели диффузор эргономичной конструкции, который необходим для создания объемной прически. Управление производится четырьмя кнопками. Две из них расположены на задней стороне ручки, а две на задней стенке. Они служат для выбора скоростного режима из трех положений – быстрый, стандартный, укладка, а также температурных показателей. 100 градусов для быстрой сушки, 80 для стандартной, 60 для бережной и 28 для создания холодного потока воздуха. Провод у фена длинный 2,8 метра. В комплект входит нескользящий термоустойчивый коврик. Цена. Около 50 тысяч рублей. Это профессиональный фен с отличным оснащением. У него мотор с цифровым управлением и масса технологий для создания мощного потока воздуха и бережной сушки с заботой о волосах. Модель выделяется большой вариативностью режимов и комплектацией всеми необходимыми для разных случаев насадками, включая уникальную по форме, которая служит для создания широкого мощного потока. Модель выделяется и способом управления, непривычным расположением кнопок. Его цена вполне соответствует такому космическому оснащению, хотя многих она не устраивает, даже несмотря на восторженные отзывы. Это был рейтинг лучших фенов для волос 2022 года. Напоминаю вам, что посмотреть стоимость всех моделей можете по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!